Всем привет! С вами Информ ТВ. В легендарной картине «Белое солнце пустыни» ярких женских персонажей немало. Наряду с восточными красотками Гюльчатай, Зухрой и Лейлой зрители, конечно же, запомнили и русских. Это супруга товарища Сухова, разлюбезная Катерина Матвеевна, а также жена Павла Верещагина, Настасья. Именно последнюю и сыграла талантливая актриса, любимая многими, Раиса Куркина. Первую эпизодическую роль она получила еще в студенчестве. Это была картина «Гости из Кубани». Потом последовали «Идиот», «Дети Памира», «Афоня» и, конечно же, «Мимино». Актриса дважды выходила замуж, первый раз еще в студенчестве. Избранником оказался театральный деятель и основатель ТЮЗа в Челябинске Борис Скоморовский. У пары родилась единственная дочь Ирина. К сожалению, вскоре Борис закрутил интрижку на стороне. Это и стало причиной их развода. К несчастью, такая же история ждала артистку и во втором браке с Владимиром Мотылем. Режиссер решился на развод с женой, к которой, кстати, позднее вернулся, но счастливой личной жизни у них не случилось. Ирина, когда повзрослела, уехала в Канаду, там вышла замуж и родила дочь. Они зовут к себе Раису Семеновну, но она отказывается. Говорит, что привыкла жить в Москве, тут для нее все родное. Воспоминания особенно ей дороги. 3 года назад Куркина отметила 90-летний юбилей. Но согласитесь, по ней не скажешь, она совершенно не выглядит на свой возраст. Кстати, сейчас она охотно приходит на различные ток-шоу и участвует в телепередачах. Желаем еще долгих лет жизни любимой актрисе и здоровья. Если вам нравится актриса Раиса Куркина, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!